Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в празднике, посвященном 50-летнему юбилею юных инспекторов движения России в 3-й Одинцовской школе. Мероприятие прошло в рамках реализации проектов «Старший брат» и «Крепкая семья». Партийцы поздравили участников, отметили важность пропаганды правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге и вручили активистам благодарственные письма от Совета депутатов и главы Одинцовского округа Андрея Иванова.